Меня с детства интересовал космос, технологии и инновации, связанные с ним. В 10 лет я увлекся программированием. Но компьютер — машина точная, как вы знаете. И для правильных вычислений нужны точные исходные данные. Меня заинтересовал вопрос, как некоторые сложные космические параметры задать точно. Специально для решения этого вопроса я написал презентацию на языке программирования. В моей презентации также имеется возможность вращать пространство для более удобного просмотра. Для начала я рассмотрел способы задания положения тела в пространстве. В качестве точки отсчета я выбрал Солнце как центр системы координат. В качестве тела для определения его положения в пространстве я выбрал Землю. Естественно, я не соблюдал масштабы для более удобного представления, потому что это не критично в данном случае. Для начала необходимо задать направление осей координат. В данном случае я задал их относительно заданной плоскости галактики. Далее я решил рассмотреть декартовую систему координат. В декартовой системе координат с помощью двух координат мы сможем задать только проекцию тела, положение тела на плоскость. Поэтому необходимо ввести третью координат, и с помощью всего лишь трех значений мы, зная, куда направлены вектора, можем определить совершенно точное положение тела в пространстве. Далее я решил рассмотреть сферическую систему координат. В данной системе координат положение тела задается длиной вектора, то есть расстоянием между Солнцем и Землей в данном случае, и его направлением, которое задается с помощью двух углов. Как мы видим, задать положение тела в пространстве можно различными способами. Естественно, может возникнуть потребность перевода из одного способа в другой. Далее в презентации мы можем изменять некоторые параметры и исследовать их в дальнейшем. Для начала я рассмотрел перевод из сферической системы координат, так как он проще. Для его выполнения необходимо умножить радиус на определенные тригонометрические функции заданных углов. На двухмерной схеме, которую вы видите поверх трехмерного изображения, можно увидеть, как формируются из сферических координат новые декартовые координаты. Далее я рассмотрел обратный перевод из декартовой системы координат в сферическую. Вывести обратные формулы в данном случае несложно. Они используют тригонометрические функции. В данном примере мы также можем изменять декартовые координаты и смотреть, как изменяются соответствующие сферические параметры, в том числе расстояние между планетами и различные углы. Дальнейшей темой для моего рассмотрения было задание ориентации небесного тела. Простым способом является задание ориентации с помощью оси вращения. Для этого необходимо задать саму ось и, естественно, задать угол вращения вокруг этой оси. Задать ось можно с помощью способа, похожего на способ задания положения тела в сферической системе координат, то есть как там задается вектор, с помощью двух углов. Также можно задать с помощью декартовой системы координат, то есть можно задать вектор ось вращения с помощью трех координат, вокруг которого в дальнейшем и будет производиться необходимое вращение. Но этот способ не всегда удобен и требует трудоемких вычислений. Поэтому я решил рассмотреть более простой способ, называемый углами Эйлера. В данном способе происходит три преобразования в строго определенном порядке, потому что если изменить порядок, то, естественно, конечная ориентация тела изменится. На данном изображении мы можем видеть, как, изменяя три угла, изменяется конечная ориентация заданного небесного тела. Таким образом, ориентацию тела мы тоже можем задать различными способами, что очень удобно. Моя последняя тема для рассмотрения стала задание орбиты небесного тела. Так как орбита небесного тела является эллипсом, то чаще всего она задается с помощью большой полуоси и эксцентриситета. Большая полуось — это расстояние от центра геометрического центра орбиты до ее удаленных точек.
Эксцентриситет — это положение на этой большой полуоси самого Солнца. И как мы видим, чем эксцентриситет больше, тем орбита становится более вытянута. На этом я заканчиваю свою презентацию и хотел ее, возможно, дополнить и продолжить в дальнейшем. Я считаю, в современных школах не хватает подобных динамичных проектов. Они бы помогли в изучении многих предметов и повысили бы интерес к ним. Я считаю, что основная цель данного проекта — показать, как интересные трехмерные динамические презентации и как с помощью них интересно можно изучать космос и другие науки.